Акция «Знамя Победы», инициированная главой Дагестана Сергеем Меликовым, прошла в Каспийске. Участие в ней приняли председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, каспийчанин, ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов, руководитель администрации главы и правительства республики Алексей Гасанов, глава Каспийска Борис Гонцов, родители, жены и дети бойцов СВО и многие другие. Знамя Победы 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии является реликвием, объединяющей эпохи и поколения. Любое сильное и самостоятельное государство должно иметь свои символы и традиции, и у нас они есть. Нам есть что отстаивать, за что бороться и на кого равняться. Дагестанские ребята, находящиеся сегодня на передовой, в зоне специальной военной операции, не щадя себя, решают задачи по защите Отечества. Также мужественно сражались с фашизмом их деды и прадеды. Премьер-министр поздравил присутствующих с предстоящим праздником – День Победы и отметил, что наша память о Великой Отечественной войне и ее героях – мощное оружие против нацизма. Также Абдулмуслимов в рамках акции передал внуку участника Великой Отечественной войны Магомеда Магомедова Азредину Магомедову удостоверение к медали за отвагу. Почти 80 лет назад Президиумом Верховного Совета СССР было принято решение о награждении, однако медаль не была вручена. Сегодня награда нашла своего героя. На главной площади Каспийска был дан старт и автопробегу. Колонна автомобилей проедет по территории республики, а далее отправится в регионы округа.